Я наконец-то собралась. Почти что. Ну вот где снова кошелек. Ёлки-палки. Здесь нет. А где кошелек-то, а? А где кошелек? Я, как обычно, паникер. Нашелся мой кошелечек. Кошелек, паспорт обязательно. У меня иногда спрашивают, зачем тебе паспорт? Как зачем? Нужен? Зачем ты берешь с тобой паспорт? Так, чем сегодня? Ну давайте Аквадис Джой. Тоже у Луизы он был. Да. Нет, вот этот она мне прислала, но это Луизин. Подарок она мне прислала. Луизочка. Многие мне написали, Оля, действительно, как она так угадывает с ароматами. Прямо вообще попадает в точку. Удивительно, ну да, это факт. У меня тоже сколько она прислала на свой вкус, все мне подошли. Не знаю, это какой-то талант у человека. Понимать, чего надо. Маску взяла, две у меня там даже. Сынок еще спит. Сейчас пойдемте, я вам покажу, какая у нас погода. Не знаю, сумку брать для продуктов. Чтобы пакет не покупать, да? У меня тут стоит мужнины причиндалы. Посреди комнаты. Ой, терпеть это не могу вообще. Свои строительные. Мне сегодня ночью снилось, что у меня в доме бардак. И ко мне пришли гости. И я в таком шоке думаю, вот это жесть. А там просто кошмар. Ну, это проснулась утром в ужасе. Ну что у нас тут? Дождь был, лужи стоят, вон сзади меня. Мы поехали. Скоро будем дома. Здравствуйте. Шеф, трогай.